У вас какой-то не тот гимн играет. Да, гимн не какой-то. Стыдно не знать гимн своей родины. Ну или Ну, родины предков. Ну или я родины вообще-то... предков. Или родины предков. Это гимн Российской империи. Я из Крыма, вообще-то. Ну, тем более. Вы же российский паспорт получили? Конечно, конечно. Ну, вот нужно знать гимн Российской империи. Ну, мне странно, что вы его слушаете. Ну, понятно, понятно. Так я прикалываюсь немножко. Может, понятно. Не разобрали сразу. Ладно. Нет, я вроде как все расслышал, понятно. А вы откуда? Я из Торонто. А, Торонто, понятно. А вы кого ищете в рулетке? Да так, просто общаюсь с людьми по-разному. А скажите, в Торонто, а вы не дальнобойщиком работаете? Не работали дальнобойщиком? Нет, я работаю. Сколько его за милю сейчас платят? Дальнобойщиком? Да. В Канаде нет, не считается по месяцам, либо по часам, за милю. Либо по годам. Дальнобойщик, я думаю, получает где-то 45 долларов канадских в час, курс 0,76. Я думаю, все-таки за милю платят, ну или за километр. Ну, я точно не знаю, потому что этим за километр они меньше отдыхали, это риск там какой-то аварии. Канадские дальнобойщики и так работают больше американских. У вас разрешено 14 часов за рулем ехать, а в Америке 12. И здесь, на этом перекрестке. Слушаю вас. Ты кто по национальности? Русский. А вы кто? А я еврей. Понятно. Далее. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Где вы находитесь территориально? А вы где? А я в Ленинградской области. Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как вы относитесь к Зеленскому? Да так, нейтрально. Никак пока. А вы? А я отрицательно. Потому что будут бить не по морде, а по паспорту. Или папа не... Вы понимаете? Не по паспорту, а по морде, да? Да, так вы понимаете, что сейчас в Украине будет? Сейчас вот... Что будет? А вы Украина? Да вот я и говорю, что мне вот страшно сейчас, что-то сейчас в Украине будет. Страшно. Вы имеете в виду антисемитизм? Да, это антисемитизм. Да, это мы переживем. Ну, все проблемы все спишут на евреев. Ну так а зачем вы делали Октябрьский переворот? Вам, я понимаю, что вам плохо в империи жилось. Но все равно привели к большевиков. Карина, я с тобой согласен, что я согласен. Но я ж не могу отвечать за. Ну я же не вас имею в виду, я. В общем, евреев имею в виду, да? Да вы правильно все говорите, все правильно вы говорите. Понятно. Ну, хорошо. Вы все правильно. Да, я вас понял. Ну, ладно, есть еще вопросы? Как у вас в Америке там, как погода, как у вас погода-то? Да, вот сегодня дождик целый день, а так погода ничего. А у нас тоже целый день, у нас тоже сегодня. Ленинградская область целый день лил. И здесь, на этом перекрестке. Вообще там вот написано. Конь в пальто. Он так. Эшербежный. Ёпта, я кобыла в шубе. Как дела? Да нормально, а у вас как? Нормально. Так классно. У нас тоже нормально. Дружище, привет. А что такие скрытые вы? От кого прячетесь? Где скрытый? Солнце скрытый? Кто скрытый? Я не скрытый, вот я на экране.
Там мы тебя видим. А что ты в очках? Тебе солнце светит? Ну да. А вы вообще не вас не видно. Тоже прячется. Это нормально. Нас не надо видеть, у нас темно ночью. Понятно. Солнце село в облачках, что за хуй идет в очках, и вы. Нормально видно тебе, да? Да видно, видно, нормально. Ну как где вы? Ну ладно, приятно вам пивка попить. Спасибо. Ну, спасибо. И здесь на этом перекрестке. Ничего, как у вас? Да нормально. Ну хорошо. Да. Ну я помню, смотрели ролик с тобой. Да, все хорошо, мне понравилось, спасибо. Все отлично. И название подобрал хорошее. Название вообще такое, да. Креативное. Я своим знакомым порекомендовал. Все ходят, восхищаются работой, что называется. Ну ладно, пускай они только посещают, пускай подписываются. Да, разумеется, конечно. Ну хорошо, там пару укроблогеров сейчас в сети, пойду их ловить. А вам привет, да. И всяческие пожелания. Спасибо вам тоже. Всего доброго. Привет из Крыма. Счастливо. Давайте. И здесь на этом перекрестке. Что ты пытаешься тут увидеть интересного? Ну а ты что? Ты что пытаешься найти интересное? Вот.